И к другим новостям. Бурятия скоро станет не только центром российского буддизма, но и шаманизма. 3 года назад в Улан-Удэ на территории религиозной организации Тенгри началось строительство первого шаманского храма. Называться он будет Тенгрин-Ордон, что в переводе на русский означает «небесное святилище». Его вместимость 300 человек. Сегодня уже заложен фундамент, возведены стены, практически построена крыша, которую совершенно бесплатно кроет бригада из Закаменского района. Отмечу, возведение храма в большей части происходит за счет пожертвований. Конечно, хотелось бы в этом году, вот будущей встрече Нового года с Агалганом, народ встретить внутри, хотя бы в черновом варианте уже более-менее. Потому что народ приходит на Агалган встречать, многие в машинах просто сидят, потому что у нас помещение маленькое, а всем охота Новый год встретить с Агалганом, посмотреть, помолиться. А из-за этого люди очень много у нас на улице, просто в машинах не мешается. Недавно храм впервые посетил Вячеслав Наговицын, который, по словам шаманов, одобрил строительство. Теперь они надеются, что глава Бурятии поможет им и материально, так как Тенгрин-Ордон, возможно, станет достоянием всей республики. Если и вы желаете внести свою лепту в строительство первого шаманского храма, можете воспользоваться реквизитами, которые вы видите сейчас на экране, либо напрямую связаться с представителями религиозной организации.